Всем привет, с вами Юнитрон. Сегодня я показываю новую уху, которая называется Аспа-3-Кора. Я вчера упали уже все ушки из разряда Хэллоуин, то есть все хэллоуиновское. Упали, я успел снупить. Шимака на месяц. Вот, есть вот Аспа-3-Кора, которые добавили. Есть обычная карта. Разница в том, что урон у нее всего лишь на 4 меньше, реальность на 1 меньше, но все остальное одинаково. Вот, так что, у Аспа-3-Кора, я скажу, то, что она чуть-чуть поменьше, чем у настоящего Аспа-3. Нашего Аспа-3 там дальше сильно я смотрел. Ну вот, смотри. По-моему, такая же отдача была. Достаточно на шестерых, на неё ставятся рукоятки, глушители и прицел. Это мой новый аккаунт, я здесь еще вот на освещение открываю, это у нормального. Ну что, так. Ну, немного похуже, я скажу. Значит, у нас так. Ну, ой. Ну, сейчас я вернусь. Итак, я вернулся. Так, нас немножечко опоздал. Простите, сами понимаете. Потому они умеют. Сон клонят. Ну что ж, это мой муж, и он хоть и быстро отличается мне, а на име даже поднуку. Блин, конечно, рифы. Вот знаю, то, что если на Аспа-3 пойти, у неё же есть вот на голове. Поэтому приходится в прицеливание. Ой, блин, на ней ходить. Но так как я не успеваю прицеливаться. Вместо того, по-моему, он жар полейший. Вообще, там есть.
Ой. Мы такая хорошая. Мы целый ходить. На это можешь спросить. Хорошо. Мне нравится. Я хочу своей чистки набить. И еще на окна сыграть. Может быть, я не все буду просто вместе смотреть. Жим. Ой, нет. А вот чисто я хрена нашла и мне хочется, ну, меня уже и а мне все заграли. Ну, собственно, не знаю, мы что еще делать. Нет, не знаю, как наигрывать. Ну, с кем лайк так можно было снести. В принципе, я увидел. Плюс сотрящий, но... Примерно, хай. Я снимал к нему видео. Там все я отменил, блядь. Блин, пацан с гитаром, блядь. Сейчас вот выйдем. О, Леша! Я там все, всю мою снял, а ему хрю, все. Все. Ну вот, как вы видите, муж достаточно хороший. Что же решил устроить? У меня не очень ничего. Основную информацию вы можете узнать на любом Википедии, там, наверное, в Википедии, написать на 43 Википедии.
Ну все. Ну и с вами был Леон. Вот мне с вами самый канал. Ставьте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.